Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас на обзоре будет замечательная сборка с высочайшим винрейтом. Точнее, не винрейтом, но вроде как победа у нее 61%. Это хороший показатель для сборки. Это замечательный показатель для сборки. И я считаю, что ты, как ТФТшер, просто обязан досмотреть этот ролик до конца. Просто обязан поставить лайк этому замечательному стримеру. И подписаться, если вдруг еще нет. Потому что, ну куда это все годится? Короче, у нас сборка будет через Лазеркорп. Я тебя очень рад видеть, наблюдать. Да, я буду тебя видеть. Я буду видеть в режиме онлайн, кто смотрит, кто сколько посмотрел, кто сколько поставил лайков. Я все вижу. И потом, когда ты придешь на трансляцию, я буду любить тебя чуть больше, чем других, если ты поставишь лайк. Все, поэтому ставь быстро. В общем, по турниру. Скорее всего, призы нам предоставят. Я все еще вот жду, все еще договариваюсь по турниру, где нам там халявку надают. Надеюсь, это не будут просто яйца. Потому что если это будут просто яйца, то я буду разочарован. Причем, если это будут просто яйца в момент, когда всем остальным партнерам накидают эти яйца, да, это будет не классно. То есть люди, кто придут запотеть на турнир, они могут в целом не идти на турнир, а пойти к стримеру, у которого там есть 1000 подписчиков и 15 человек на стриме, и в целом у него посидеть и попробовать получить яйца, да? Соответственно, какой интерес потеть на стриме? Вот, поэтому я надеюсь, что Риоты предоставят какие-то прям годные, интересные призы, иначе я буду разочарован в партнерке очень сильно, очень сильно. Поэтому, Риоты, не расстраивайте меня, потому что если вы меня расстроите, то будет очень плохо, то я буду расстроенный. Если вы вдруг меня расстроите, если вы расстроите, то я буду расстроен. Ладно, давайте приступать к самой композиции. Композиция через Лазеркорп. Изначально вы можете рассматривать разные варианты стартового сильного стола. Тут сразу же зашла эмблемка на сердце. Соответственно, мы с вами понимаем, точнее не эмблемка, а аугмент на сердце Лазеркорпа. Соответственно, мы с вами понимаем, что здесь скорее всего будет 6 лазеров. И 6 лазеров выглядят сейчас хорошо. И Варвик выглядит сейчас неплохо. Единственное, нужно понимать, что Варвик — это будет основным двигателем вашей композиции. Ну и второй двигатель — это Мордекайзер, которого нужно правильно спозиционировать. То есть вот эти вот две фигуры правильно позиционируем, и будет вам счастье. Спозиционировали неправильно, ушел кто-то там ветер, будет вам несчастье. Поэтому будьте бдительны касательно этих двух фигур. По итимизации Варвик очень любит грань. Это у нас мечик и броня. Предмет называется грань ночи. Ночная грань. Вот, в чем суть предмета? Предмет сбрасывает агр с чемпиона, то есть никто больше его не фокусирует, сбрасывает с него контроль. В случае, если опускается здоровье ниже определенной планки. Вот, и это очень сильно помогает Варвику переживать какой-то вот жесткий фокус и набирать как можно больше дронов. Вся остальная команда падает, Варвик получает кучу дронов и начинает наносить очень-очень большие цифры урона, как физического, так и магического. Потому что дроны сейчас от 4 уже идут на всю команду. То есть вы закидываете 4 дрона, и, допустим, тот же Люциан уже получает доп дрона. Да, урон немножко подчикали. У нас музыка так громко, да. Ребята, скидывайте, короче, ролики. Не закидывайте туда музыку, хорошо? Да, спасибо большое Тёме за то, что он предоставил этот ролик. Тёма записал и скинул мне. Вот, присылайте свои какие-то игры, и я буду их обозревать, окей? Может быть, какие-то советы по игре дам. Вот, но не накладывайте туда музыку. Потому что у меня и так монетизации на Ютубе нет, монетизируется только там Европа, Америка и так далее. А вы еще и музыку закидываете, чтобы меня по правам задушили. Ну вы чего, ребята, ну перестаньте. Вот, присылайте просто чистый, хорошо? Чистую игру без всякой музыки я сам наложу. У меня есть купленная музыка, которую я могу использовать у себя на канале. И вот я сам включу, и мы послушаем, и нам всем будет хорошо. Вот, Тёмка, привет тебе передаю. Также вижу здесь в лобби красавчика. Тоже завсегдатай нашего стрима. Вот, красавчик, и тебе тоже большой-большой привет. Здравствуй. Идет играть через оператосов, тоже с эмблемой. Посмотрим, кто сильнее. Оперативники в своем расцвете сил, либо же лазеры. Я думаю, вы уже знаете ответ, да? Но тут все зависит на самом деле. Зависит реально. И от позиционки, и от там дальнейших аугментов, и от качества билдов.
То есть Teamfight Tactics — это не просто собрал, поставил и все. Увидел композицию где-нибудь на All Chess или у какого-нибудь стримера, который тебе обещал 61% на победу. 61% на победу у тебя в том случае, если ты выходишь на определенный уровень, ставишь определенных чемпионов, соответствующий уровень качества, да, их, они должны быть Т2. И в этом случае уже, да, ты можешь рассчитывать, плюс тебе еще нужно определенные предметы собрать, правильные предметы. И в этом случае ты можешь рассчитывать на 61%. Не нужно мне вот это вот писать, что нету 61%, я на 7 уровне, Варвика даже не доролил, все, композиция хреновая. Или там, вот мне написали в предыдущем ролике, да блин, Ясо не играется, это просто человеку повезло, он много золотых собрал. Так он и играется через этих золотых. Возьмите себе аугмент, золотой билет или еще что-то. Он играется через суперов. Суперы всегда игрались через золотых. Если ты используешь суперов, значит, ты будешь ролить золотых. Это логично. И композиция играется. И Ясо играется. И он играется без эмблем, которые повезло вот человеку в предыдущие, да, катки взять. Все в порядке у этой композиции, ее используют челленджеры Кореи, ее используют на чемпионатах, и вам не играется в каком-то там, не знаю, платине, в алмазе, в мастере. Это все большие, как бы, заблуждения, ребята, это грязные инсинуации. Это не так. Если у Хай Элла играется, то и у вас тоже должно играться. Если у вас не играется, то дело в вас. Это надо принимать, свои ошибки. Пока ты не примешь и не исправишь, то ты будешь и дальше ошибаться. Ошибка номер раз, когда ты ошибся, и вторая ошибка, когда ты не исправил эту ошибку. Двойная ошибка. Поэтому, ребята, свои слабости надо признавать. Вот я, допустим, понимаю то, что я очень сексуальный человек, я принимаю этот момент, я талантливый, да, харизматичный, умный, вот. И я, как бы, эти все моменты принимаю в себе, и вот после этого мне легче живется. Вот и вам нужно свои, как бы, ошибки принять и побеждать. Хорошо? Не нужно сразу валить на композицию, что композиция не такая. Уделите немножко времени, все получится. Блин, капец мне громко, это еще такая умирающая песня, капец. Короче, кровопийца будет классным предметом для Варвика. Я надеюсь, все выкупили иронию. Вот таких нету. Варвик, короче, у нас будет с кровопийцей, как вы уже догадались. Посмотрим, что будет через лук. Возможно, это будет титан. И третьим предметом, если, допустим, на него закинуть грань ночи, это будет хороший билд на Варвика. Фронтлайн выстраивать вокруг там вармошки, искупления, горгулья, коготок, терновка. Это уже зависит от вашего оппонента. Любая композиция, даже, допустим, у нее там винрейт 90%, 95%. Может сложиться так, что у вас просто полное лобби будет какого-нибудь жесткого контеста, и вы будете отлетать. Поэтому, что касается предметиков, все-таки нужно придерживаться какой-то гибкости. Флекс. Флекс, ребята. То есть вам нужно, если, допустим, много магического урона, вы понимаете, много магического урона, закидывайте коготь на фронт. А если урон сплэш, и ваши керри, допустим, не могут играть, тогда вам без АЕК не обойтись. А может быть, вам нужно было придумать какой-то отхил для бэклайна, да? И тогда игралось бы все замечательно. Вот, то есть тут нужно, конечно, чуть-чуть подрубить фантазию. Сейчас Teamfight Tactics в целом этот сет, он не подразумевает, чтобы люди подрубали фантазию. Он не про фантазию, он про то, чтобы я заролю больше, чем ты, я заролю сейчас Т3, а потом я быстрее, чем ты, выйду на 9 и поставлю Т2. Вот он про это. То есть здесь нет, как бы, какой-то адаптации. Я сейчас накину сюда. Так, у тебя много АДХи, я накинул хранителей. Так, у тебя много АПХи, я накинул стражников. Стражники у нас идут на АДХу и на АПХу хранители, да? Вот, то есть он сейчас, ну, не модно придерживаться этого стиля игры, но он рабочий. Он рабочий, ребята. Попробуйте, вам самим будет интересно. Препарируйте эту игру. Победите ее, станьте лучше.
Так, а у меня стрим сегодня будет, да? Да, будет, ребят. Но я думаю, что, возможно, мы стартанем часам к 8, потому что там ролик посмотрит. А может, и к 7 стартанем, посмотрим. В общем, приходите, я же рад всегда вам. Вот. Чем будем заниматься сегодня? Мне предложили, короче, челлендж. Я не знаю, брать его, не брать, посмотрим. Может быть, сегодня будем челлендж выполнять. Вроде как можем денег заработать, ребят. Хотите заработать денег? Ну, точнее, хотите, чтобы я заработал денег? Я хочу, чтобы я заработал денег. Какой классный БЦ-ха. Это он еще после нерфа, кстати. Дроны. Сжигать. Кровопийца замечательно смотрится на этой аше. Она делает 2700. И магического там процентов 30, друзья. Охотничий азарт хороший вариант. Книга тоже прекрасный вариант, чтобы закрывать лазеров. Ну-ка. Вот и эмблема лазеркорпа. Это такая удача, ребята. И отправляется это на Моргану. А знаете, почему здесь Моргана? Ну, вы же уже догадываетесь. Вы же у меня все умненькие. А Моргана здесь для того, чтобы был пробив. С автоатак идет пробив, с умений идет пробив. Короче, пробив. Моргана сюда садится идеально. У вас как бы как раз смешанный урон. У вас и магический за счет дронов, и физический за счет того, что все как бы автоатакуют, да? Соответственно, Моргана смотрится сюда супер замечательно. Статик, кстати, тоже неплохой предмет. Вот многие думают, так, ну блин, в этой композиции Ионийку варить со статиком такое себе. Потому что в лейте ко мне придет Мордекайзер. Да, Мордекайзера вы можете и не дожить, кстати. Это вполне вероятно. То есть Мордекайзер на 9 уровень имеет свойство не приходить. Ты можешь прийти на 9, отдать 50 золота и найти 0 Мордекайзеров, с учетом, что их вообще не достали. Такое бывает. И это не проблема сборки, это, ну, так работает сет, да. Поэтому, если вы изначально заберете статик, либо ионийскую искру, это будет хорошим подспорьем для вас. Да. Дефы, вот он правильно закидывает на Рениктона, то есть изначально это Реня, а потом оно будет кочевать в какие-то более серьезные фигуры, да, какие-то лейтовые, танковые. Поэтому Рениктончиков не пропускайте, и даже если он у вас собрался Т2, придержите еще одного на скамейке, придержите. Потому что в дальнейшем вам захочется с этого чемпиона снять предметы. Он изначально крутой, он изначально себя хорошо показывает. Но как только появляется прям такая жестокая бурстяшка, как вот начинают игроки выходить на четвертую стадию, то он начинает сильно, да даже на третьей стадии он уже начинает страдать. Т1 так и там подавно, да. Т1 вообще очень быстро начинает, Т1 любая фигура начинает страдать. За Сайлоса тут что-то недавно рассказывали, что он прям может урон делать очень много. Золотой там что-то делает по 20 тысяч урона. Это интересно, против каких сборок он делает по 20 тысяч урона золота. Против дебоширов в дефы, что ли, я не пойму. Против дебоширов в вармоге Сайлос по 20 тысяч урона делает. Что за сказки? Что за сказки мне рассказывает? Ладно, напишите в комментариях, как он это делает. В чем его секрет? Кстати, вот враг Гинсу не надел. Нуб. Не возьмусь сказать, что это за Элла, ребят, но, насколько я знаю, Тёма неплохой игрок. Тёма неплохой игрок. То есть я бы сказал, возможно, что это даже... какой-нибудь алмазик или, может быть, платинка, да, русервера. Видим здесь русскоязычные ники. Красавчик Максим Секира, знаменитый Максим Секира. Прославился он, угадайте, чем, ребят, он прославился своей секирой. Знаменитый Максим. Мечик, да, посмотрите, я прям, слушайте, смотрю в будущее. Я не смотрел этот ролик. Но я смотрю в будущее, я вижу, что он хочет собирать грань. Мечик под грань. Сивирка вторая. Хорошо сюда заходит стрелок. Круто, если вдруг вы увидите там Самирку, то обязательно забирайте. Да. Нет. Или нет? Нет. Нет, я все-таки за то, чтобы он ее оставил, потому что, вот смотрите, у него сейчас ситуация, он остается без пробива. Это было опрометчиво. Я не знаю, может быть, он даже сейчас серию отдаст. А нет, у человека нету... Я что-то подавился. Подавился слюнкой, ребят. У человека нету урона, но он стал слабее сейчас. То есть, когда он перекинул на Гарна
Нагарно перекинул эмблему, он стал слабее, он потерял пробив. Он потерял пробив. Нельзя терять пробив, ребята. Нельзя терять пробив. Я два раза не повторяю. Нужно было оставлять. Да, я понимаю, что Гарен в конечном счете это один из коров данной композиции. И хочется сразу его выкидывать на стол, но он один из коров в очень глубоком лейте. То есть сейчас в нем такой вот прям надобности нет. Этот стан на 2 секунды, не скажу, что очень сильно ему поможет. А вот и стан, да, правда, в 2 фигуры, и пробив ему поможет сильно. С другой стороны, у него здесь стражики закрылись, да, неплохо. Ой, а мне кто-то в Дискорд пишет. Кто это, интересно? Я потом посмотрю, хорошо. Извините, ребят. Извините, я забыл. Да, должен был режим стримера включиться, что за дела? А, может быть, это вообще Тёме кто-то в Дискорд, может быть, у него включено все. Ой-ой-ой, у меня гром, ребята. Гром за окном. Ой-ой-ой, будет дождь, ребят. Страшно. Блин, я сижу и думаю, во что поиграть. Есть какие-то идеи, ребят? Посоветуйте, во что поиграть. Я имею в виду проекты какие-нибудь классные, может быть, новые, что вышли сейчас. Посоветуйте, во что поиграть. Внизу напишите в комментах, во что вы сейчас играете, помимо Teamfight Tactics. 10 побед, ребята. 10, господи, побед. Просто Т2 Аша. Просто Т2 Ясь. Вот и все, и предметы. Ну ладно, еще как бы две эмблемы, да? А вот две капельки, кстати, это не самое лучшее... Не самые лучшие предметы. Не самая лучшая удача. Ой, Самира хорошо сюда смотрит. Сивир ходит вообще так уверенно. Он решил 7 уровень подролить, да, в поиске ВВХи. А вот и 6 лазеров. А вот, ребята, и админы. И повод, почему человек держал до сих пор БЦ-ху, чтобы посмотреть, что по админам. Но посмотреть, что по админам, нужно было гораздо раньше. С помощью любого другого админа. Что он забрал? Что он выбрал, я не обратил внимания. Торжество! Все, здесь не особо нужен. Блин, я бы, наверное, уже заменил, попробовал билд. Перекинул бы на ВВХу. Мне кажется, уже надо перекидывать на ВВХу. ВВ Т1 интереснее, чем Т2 Эш. К тому же Эш осталась без стрелков, без синергий. О-о-о! Ну, это Лотос. Это Лотос отлично и на Варвика пойдет, отлично и на Мордекайзера пойдет лейте. Это Лотос. Забери Лотос. Забери Лотос, классный Лотос в Лазеркорп. Забери Лотос, забери. Не пикай, эпилепсия начнется у нас. Лотос, забери. Какой нафиг дебошир? Какой нафиг дебошир? Зачем тебе дебошир сюда пятый сейчас? Зачем он тебе? Что ты сделал? Так, ребята, несите зубочистки, будем выкалывать глаза. Он взял, отказался от Лотоса и забрал дебошира. Бу! Ребят, пишите в комментариях ему бу! Беспонтовый Тёма. Булим его, булим, ребята. Ладно, ладно, тема хорошая. Ладно, ладно. Блин, ну ревны очень странный танец, не находите? Я бы ей дал какой-нибудь секси танец. Этот не секси. Я хочу, чтобы все танцы были секси. Все танцы в лиге должны быть секси. Риоты, вы не понимаете, что ли, этого? Вы не понимаете, за что вашу игру играют? Давайте будем честны друг с другом. Больше секси-танцев.
ГПшка золотая. Вот человек правильный аугмент взял. А, врат плюс, я за тебя болею, дружище, ты правильные аугменты взял. Победи. Увы, здесь нужен ТФ второй. Посмотрите, как он силен, черт. 13 побед, я уже жду, когда он проиграет. Проиграй, пожалуйста. Я надеюсь, это не 100%. Заберите морду, не оставляйте морду, заберите морду, заберите. Забери морду. Точи, забери морду. В рот забери. Димка, можешь. В рот заберет. В рот забрал, хорошо. Хорошо, когда в рот забрал. Так, эту тему не разгоняем, ребята. Давайте не разгонять, а то вдруг еще какой-нибудь банан прилетит. Если ты планируешь собирать, не собирать фигуру в Т2 с предметом, тогда знаете, что надо делать? И у тебя две копии уже есть. То тебе нужно сразу же скидывать с этой фигуры предмет и ставить другую копию. Таким образом, вы повышаете шанс на выпадение дополнительной копии, да? То есть вам по итогу собрать Реню Т2, которую вы заведомо хотели одну копию продавать, станет легче. Если вы сразу же, допустим, вот знал, что в Гара на Т1 он будет перекидывать в случае, если придет Т2 Рениктон, да? Тем, это себя касается. То тебе нужно было раньше делать этот мув. И он был, кстати, оправданный. Это была хорошая идея с Т1 Рениктона на Т1 Гарна перекинуть предмет. Восьмой левел и роллы. Вот обратите внимание на игру Тёмки на седьмом уровне. Да? Он когда пришел на седьмой, у него было 100 хп. У него была хорошая экономика. Но он выбрал укрепить стол, и это правильное решение. Потому что он понимал, что если он не укрепит стол, то он проиграет и потеряет свою серию, и потеряет экономику. И поэтому на седьмом уровне, даже если у вас хорошая экономика, пришли, и у вас много Т1 фигур, укрепите стол. К тому же у вас есть 15% на то, чтобы залутать кого-то из коров, да? Если вы, конечно, играете сборку через фиолов. Ну, давайте мы говорим об этой сборке. Вот в рамках этой сборки на седьмой пришли, парольтесь. Тут у нас и Гарен есть из коров, и собака есть из коров. Может быть, с 1% еще вам Мордекайзер залетит. Вот вы прихренеете. А дальше уже, когда более-менее все в порядке, идем на 8. И опять-таки он пришел на 8 и на 8 уровне укрепления. Я, если честно, прям полностью не ролил бы 8 уровень. Потому что сборка довольно зависима от Мордекайзера. И, возможно, здесь я бы, наверное... Что, я бы даже не стал бы пока что дороливать, пытаться Гарна. Вот этот вот Гарн, который стоит на полке один, я бы его уже выкинул в экономику. И оставался бы в экономике здесь. То есть обратно собирать экономику, чтобы брать 80, это довольно сложно. И если прям дела действительно очень хорошо в лобби, то можно немножко потерпеть, остаться в экономике. В любом случае, вам закрывать игры 100 хп очень тяжело. По одной простой причине, даже если вам кажется, что вы мега-монстр. Будет такая ситуация, когда ваш враг будет зажат в угол. И нет опаснее зверя, друзья, чем тот, который зажат в угол. Соответственно, у вас вы столкнетесь с ситуацией, когда люди будут ролить. И более того, они будут хай-ролить. То есть они могут на седьмом уровне отдавать всю экономику, выходить на 8, отдавать всю экономику. И с последних сил дороливать какие-то очень сильные композиции, да? И такие очень сильные композиции с большой вероятностью в любом случае вас победят. Поэтому, если у вас такая ситуация прям в 100 хп, я бы порекомендовал пойти на 9. Да, возможно, вы придете на 9 из 50 хп. Но при этом у вас будет экономика там 30-40 золота, 50 золота, чтобы вытащить Легу. Но по логике, чтобы выходить на 9 и ролить именно там,
оно экономически верно только в том случае, если у вас будет порядка там 40 золота. 37, что ли, или 35 золота, точно цифру не помню. Что-то около того. В этом случае оно оправдано. В этом случае вы по деньгам даже выиграете. То есть по шансам и деньгам. И деньгам, и шансам. Это то, что касается лет. Но в целом, с другой стороны, в защиту Тёмы можно сказать, что у него уже композиция закрыта, так как у него и сердце, и эмблема. Поэтому ему в целом Мордекайзер пока что и не нужен. К тому же у него и билда нету в этом Мордекайзере. Но если у вас будет похожая ситуация, и вы будете все-таки тарить и билд на Мордекайзера, если вы, допустим, будете держать магический билд, то вы его, скорее всего, будете держать на Ясо. Ясо играется неплохо. Вот. То вам лучше на 9. На 9 ролить интереснее. Я вам давно хотел сказать, что 4% меньше, чем 16. Люди спрашивают, где, да, лучше ролиться. Все меня всегда спрашивают. И везде. Где лучше ролиться, на 8 или на 9? Мой ответ на 9, конечно. Получил в рот такой. Почему он вдруг в моей больной фантазии стал в рот? Там вообще буквы О нету. Жесть, конечно, жесть. Ургат. Короче, ребят, я считаю, что в этом сете очень мало сборок через Гарн и Меха, и их должно быть больше. Гарн Мех крутой. Для лейта прям он смотрится замечательно. Берите, пользуйтесь, вам понравится. К тому же, если вы еще и тимизируете его под стать вашему лобби, если, допустим, вот такая композиция апэшная, как дали туда коготочек, как дали туда искупление с варможиком, и все? И что будет этот Гарн делать? Он будет просто чихать, чихать на всех. И на Кайсу, и на МФ. Стоять, хилиться и жить. Именно мех, который получит доп хп еще, да? Блин, я относительно недавно проснулся, какой-то я еще тонный, растрепанный. Я случайно видео загрузил не на тот канал, на который должен был загрузить. Меня это очень сильно расстроило. Из-за этого как бы производство остановилось, понимаете? А я не люблю, когда производство останавливается. Там просто обработка у Ютуба, когда это большой ролик. Она бывает, ты грузишь там порядка 30 минут, если это большой ролик. А потом еще обрабатывается порядка 4-5 часов, если это большой ролик. И то бывают моменты, у них еще там час пик есть, который лучше не грузить. А с другой стороны, отложенная публикация показала себя крайне плохо, хотя YouTube говорят, все в порядке, все нормально, ребята, отличная штука, отложенная публикация, пользуйтесь все. Покровщик. Покровчик пошел, хорошо. Ребят, это у меня контакт, это не у вас, не переживайте. Это мне везде строчат, я все забыл отключить. Простите, пожалуйста, меня, просто простите. А потом меня спрашивают, почему я в режиме инкогнито. Да потому что строчат, понимаете, постоянно строчат. А ты вон, допустим, ролик пишешь. А потом еще ходят, вот, игнорщик. Всякие. Сожрать, сожрать табака. Кось, 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 кось. Нуп. Получай. Ха-ха-ха-ха. Сейчас, короче, очень жестко выведала эмблема. Эмблема стража. Потому что белветка получила повышенный резист АДшный, а у собаки нету пробива. А пробива нету у собачки. Собачка без пробива. А Мордекайзера тоже нету под пробив. Поэтому проиграл. Дебоширы ему вот очень сильно нужны были, дебоширы.
Вот очень сильно дебоширы, прям 6 штук надо было ему. И чтоб пробив поставил с критами. Варвик бы как ультанул бы, как разгрыз бы. Улетай. Подворотне нас ждет маньяк. Это мумитроль, короче, ребят. Это не Фиддлстикс, это мумитроль. Боже, боже, боже. Чуть не взорвал, слушайте. Спасла эмблемка. Слушайте, эмблемы тащат. Это что за дела? Эмблемы таскают. Кстати, я вам могу Некстом выложить звездных защитников после лазеров. Пойти показать, как это делается, как бы, да, сегодня. Записать. На Европке в Грандмастере аккуратненько. Звездочек. Хотите? Пишите в комментариях, хотите или не хотите. Пишите в комментариях, что вы хотите больше всего. Чего бы вам хотелось вот больше всего? Очень важно обозначить цель, да? Когда у вас есть цель, то вам будет легче ее достичь, чем когда у вас ее не будет. Я сегодня прям, слышите, кладезь. Я прям сегодня блистаю. Блистун получается. Позиционочка, мне нравится. Красавчик, ты лошар. Прости, красавчик, ну прости. Ну, не, ну по факту, ты покров поймал и ветер поймал. Ну что это такое? Ну ходи позиционки, смотри хотя бы чуть. Я понимаю у тебя аксиом, я понимаю у тебя очень много вот этих вот, как их там, ну тех, которые оперативники. И ты думаешь, что ты вообще бессмертный. Ну ты чуть-чуть хотя бы этот, играй в игру. Ты расслабился, капец. Вот, вот сейчас ты сам себе проиграл игру, понимаешь? Ты сам себе взял и проиграл игру. Это была твоя победа, чистая, легкая победа. А победа, соответственно, ты мог еще что-то доролливать. Понимаешь? Еще и один золото заработал бы. А Тёма идет тем временем на 9-й. А так, если бы ему лицо били, он бы такой подумал, блин, а я могу на 9-й вообще зайти? Может мне здесь попробовать паролить Мордекайзер? Вы даете ему жить, понимаешь? Ребята, это не то, чтобы прям Элла такое маленькое, все вокруг слабые. Нет. Такая ситуация, где ты ловишь и покровом, и ветерком, бывает и на челленджере. Прям вот всю пачку. Стоят просто кучно в какую-то определенную композицию, и все. Такое бывает и на челленджере. И надо писать вот здесь вот, начинать. Но это, безусловно, ошибка, которую нужно избегать. Поэтому, красавчик, позиционочка, тебя пока что переигрывает Тёмка в пух и прах. Не ходи с ним больше в игру. Не ходи с ним больше в игру, это будет плохо сказываться на твоем либидо. Не бери его с собой в песочницу. Злая у него собака. Самое интересное, что в эту композицию контрпиком очень замечательно встанет тот же Гарен. Гарена поставил, кайфушка. Будет замечательно хранителей накинуть. Леону ты вторую с предметами, которая будет выжигать, хилиться. Добротный вариант. Но, блин, я, если честно, считаю, что композиция у красавчика сильная. С аксиомом, со всеми делами. У него просто какая-то хламина на фронтлайне стоит. Вот его главная проблема, что у него какая-то хламина на фронтлайне. У него контроля просто ноль. Ноль контроля. Ну такой очень посредственный, да, не на стадию 6-3 контроль. Здесь, конечно же, Горыныч смотрелся на фронтлайне идеально.
Так или иначе, это победа, ребята. Это она. На-на-на-на-на. Тёмка, что будешь собирать? Что будешь забирать? Тёмка дрогнул, ребят. Красавчик забирает Гинсу, на коем Гинса. Чем Гинса? У него же вроде закрытая кайса. Ясо убираешь, да? А чё не Эш? Понравилось сильно Эш, окей. Я бы, наверное, всё-таки убрал Эш, считаю это ошибкой. У Ясо есть контроль. У Эш контроля нет. Эш очень посредственно. Позиционно Тёмочка особо даже не смотрит оппонента. Он просто на какой-то вот чуечке, да, пытается ловить, и ему это удается. И ему это удается. Мисс Фортуну нельзя было подставлять. Сейчас вот злую шутку вот эта тряпка играет с красавчиком. Он хочет дать доп-скорость на Мисс Фортуну, и это его убивает. Я думаю, будет еще один бой. Мисс Фортуна все мимо. Мисс Фортун все мимо. Собака. О, Леона. Ну, дружище, ну не дороливаешь ты здесь никого. Выкидывай свою собаку, покупай Леону. Кстати говоря, Ургот в роли лазера смотрится тоже хорошо. То есть не обязательно играть этого Гара, но у вас есть и другие опции. Вы можете играть Ургота, можете играть Леону, можете играть Фиддлстикса, здесь очень хорошо будет смотреться. То есть лейт фигурки никто не отменял. Очень плохо ловит покровом, очень плохо ловит ветерком. Посмотрим, что будет дальше. Мисс Фортун сразу хватает станы от Гарена, да? Сейчас вроде как не хапнула. Гарен такой-то хпшный стал, капец. Бугагашечка, бугагашечка. Расстрелялся. Собаца. Ой, собаца. Ой, собацка. Посмотрите, там 400, 300 залетает. 9400. И обратите внимание, что в основном магический урон. Поэтому вот то, что я говорил, если у вас будет статик или какой-то похожий предмет, это будет хорошо. Почему? Потому что вы, скорее всего, будете быстро терять Мордекайзера. Либо вы будете сметать оппонента прям в пух и прах, да? Либо вы будете терять Мордекайзера. Вот. На этом, собственно, все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, было полезно и интересно. Если остались вопросы, то пишите в комментариях. Я вас горячо и крепко обнимаю и жду на стримах. Лайки, подписки, все дела. Комментарии строчите. Пока!